Всем привет! 21 августа. С вами Надежда, это Карелия. После недели похолодания у нас сегодня и вчера было жарко, 24 градуса. Мы все немножко приболели. Ночью было 2 градуса несколько дней. Но вот, кстати, помидоры и огурцы у меня ничего выдержали. Ну, мы сейчас немножко пробежимся по горячавкам, по цветам, которые еще цветут. Ну, вот эта вот горячавка уже все, видите, там уже отцветает, начинает завязывать семена. Колокольчик тоже до сих пор цветет. Вот эта горячавка, которая называется кудряшка Сью. Это я ее так назвала. Она еще цветет. У меня горячавки в разных местах. Это вот одна горячавка. Ее трудно размножать, так как они растут все от одного корня. Только семенное, в принципе, размножение. Так, вот здесь вот беленькая зацветает. Толстовниевая. И тут будет синенькая. Там розочка еще цветет. Так. Идемте дальше. Дальше это моя альпийская горка. Говорю, погода такая странная. Давайте вот так посмотрим. Вот. А дальше и кабачки. Ничего не пострадало при таком холоде. Все пока растет. Тут елочки. Вот это вот. Горячавка, вот видите, она как раскинулась, но это один цветок, вот такой колокол, не знаю, опять солнышко такое, они немножко разные, их там различают по серединке, но вот у этой больше колокол, а самый большой колокол, вот у них серединка более, вот сейчас показала, более белая. Сейчас покажу вот эта серединка. Здесь вот видите, такие цветы огромные. Вот это самый большой колокол. И там серединка такую в черточку. Вот тоже это все один горячавка. Одна горячавка, она очень большая. Ее можно как-то, конечно, и подвязывать, и приподнимать. Вообще красавица. Красавица писаная. Вот такая вот чудо-чудо горячавка. Вот здесь вот до сих пор цветет. Там, по-моему, армерия можжевелолистная. У меня как-то странно. Вот левизия снова хочет зацвести. Но видите, какие странности у нас. До сих пор сирень цветет. Вот. Вот такая вот у меня альпийская горочка. Вот уже доцветает клопегон. Таким образом. Так, вот давайте посмотрим с этой. Так вот, с этой точки. Вот, это не самая высокая, но сейчас мы будем спускаться как бы вниз со скалы. Я уже говорила много раз, что мы находимся на скале. Вот по этой стороне, здесь более теневая сторона, и здесь вот проходит электрический кабель, я не могу посадить кустарники. Вот так, видела? Вот сейчас покажу прунеллу, вот она, очень агрессивное растение. Она у меня перебегает через дорогу, в общем, имейте в виду. Вот такие красивые флоксы. Это из новеньких у меня. Вот розочка хочет, второе цветение будет. Как я уже говорила, вот эта вот геранька, пепельная балерина, все цветет. Белая горячавка. Здесь вот флоксики уже не такие среднего цветения. Вот они неплохо смотрятся
с княжиком интегрифолия, вот это такие у него уже соплодия. Он осмотрелась не так неплохо совершенно. До сих пор цветет децентра. Вот это из новеньких цветочков. С гортензиями у нас сухо. Зима, весна, лето, все время сухо. Этот год как-то странно. Видите, гортензия, но она такая повзрослее, она цвести будет. Но, видите, позднее цветение. Вот, наконец-то у меня и семян, это тоже клематис интегрифолия белый. У меня все синие как-то выходили из семян, интересно. Бересклетка Копмана вот начинает свои сережки окрашивать. Там где-то стахис. Вот так вот. Это, как ее называют-то, роза канадская все еще цветет. Вот по этой стороне там хосты. Ох, сюда цветает астранция. Так, клопагон. Все доцветает. Так, розочки. Сейчас мы подойдем к горячавочкам. Так, вот здесь. Вот они у меня на полном солнце. И, в общем-то, на песке, конечно, им бы надо получше земельку здесь. Вот такие. Вот такой кустик тут поменьше. Лепесточки. Вот если будет видно. Она в такую точечку. Не видно, она синенькая точечка у нее. По листикам. Наверное, не видно вам будет. Розовая уже доцветает. Вот у меня, кстати, одна розовая, мне бы надо. Вот белая уже здесь на солнце, они как бы доцветают. А тут совсем малихотненькие такие. Так что раз, вернемся. Тут у нас весенькие игрушки. Вот эта горячавочка такая. Вот, вот я хотела показать вот эти вот красивые. Как их зовут-то? Ага, флоксы из серии филинсов и кровохлебка тупая. Вот прям красота, мне так нравится это сочетание. Все видно будет. Вот. И вот тут у нас еще скабиоза такая красивая. Тоже долго держит цвет. Вот так быстро отцветает. Ой, как аконит вьющийся. Так, давайте снова развернемся. Это мы идем вниз. Там наше озеро. Пойдемте еще по горячавкам. Весенне в песке она любит, хотя у нее есть два места, где можно играть, но она любит песок. Вот. Там вот вдалеке тоже флоксик. Здесь маленькая горочка. Та-дам-та-дам. Угу. Сюда я не пойду. Там еще доцветают лилии. Рудбекия. Так, вот еще горячавки. Они уже практически распустились. Здесь больше белые, видите? И это тоже вот так, это все один куст. Так, видите, как только-только такой огромный-огромный куст по 2 метра. И вот там наверху, видите, бабочки и сирень цветет. Вот такие вот у нас загадки природы. Вот еще у меня здесь горячавки, а здесь практически в полной тени. Видите, какие у них здесь колокола поменьше. Это другие какие-то сорта. Вот. Такая вот. Тут где-то беленькая еще была. Беленькая такая. И вот это, конечно, сказка. Да что же она красивая. Вообще красотина невозможная, правда? Ну вот тут такое, но вот тут
полной тени, практически под калиной бульденеш. Но цветет и растет хорошо. Говорю, у меня в разных местах и везде они, в общем-то, растут. Наверное, на полном солнце им потяжелее. Ну вот, здесь немножко пройдемся, я еще покажу. Горячавку тибетскую. Посмотрим, она распустилась. Смотрите, как красиво цветет этот лилейник. Посмотрим. Вот. Мое обоже. Обожаемое место. Сейчас посмотрим просто горячавку тибетскую. Нет, она не распустилась еще. Но у нее совершенно другие, видите? Вот, и тут будет много-много маленьких вот таких вот цветочков. У нее такие широкие листья. Посмотрите, меканопсис белый. Это распустился. Ну, девчонки, наверное, на этом пока-пока. До новых встреч. Давайте еще посмотрим на мою красоту. Все, на этом пока-пока.